Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, это передача о мелочах из жизни. Сегодня у нас интересная тема – мода и санкции. И в этом нам помогут Кристина Гришаева – стилист, Надежда Валиулина – визажист, вице-чемпион Европы и дважды чемпион России. Кристина, первый вопрос у меня будет к вам. Как повлияли санкции на модниц? Ох, санкции повлияли на всех, не только на модниц, но это коснулось всех, к сожалению. И в связи с этой сложившейся ситуацией нам сейчас предстоит временно обходиться без масс-маркета. Но не все так печально. Это ни в коем случае не значит, что мы лишаемся возможности обновить свой гардероб к сезону. И какие-то будут дефициты. Нет, совсем нет. У нас есть прекрасные альтернативы. Это аналоги, российские бренды. Они не уступают ни по качеству, ни по стилю своим зарубежным аналогам. Кого бы я могла отметить? Вы только сейчас с ними познакомились или уже до санкций тоже уже работали? Конечно, мы активно с ними работаем. Угу. То есть это уже проверенные варианты? Да, проверенные варианты. Например, вот что представлено в нашем городе, это Lime, Love Republic, Sella, Zarina. Прекрасное качество, актуальные фасоны, цены красивые доступны? Расцветки, доступные цены. Да. Конечно, цены поднялись, но процентов на 30%. Угу. Сначала все испугались, да, было высокое повышение, то есть обширное повышение цен. Потом ничего, вот процентов на 30. То есть если мы раньше, например, закладывали 30 тысяч бюджет на поход с клиентками на шопинг, то сейчас это где-то в районе 50. Mm-hmm. Да, ну ничего. Могу еще перечислить те бренды российские, которые в нашем городе не представлены, но доступны онлайн. Mm-hmm. Это 12 Stories. Топ-топ, I'm Clo, Ушатава и All We Need. Тоже хорошие бренды. Хотела отметить еще про Sella. Сейчас на данный момент это один из моих любимых брендов Sella. После масштабного ребрендинга у них изменилась подача, и сейчас мы можем наблюдать качественную, уникальную коллекцию обновленную, где красивые оттенки, где современные фасоны, и кроме взрослых они еще шьют для малышей. Mm-hmm. То есть это альтернатива, замена H&M, Zara. В Sella можно и мамочкам, и деткам одеваться стильно mm-hmm. и недорого. И по моде тоже так же не уступают и шагают в ногу со временем, как я да? уже сказала, они ничем не уступают в плане стиля mm-hmm. и современных тенденций, там все на уровне. Mm-hmm. Это здорово. В общем, можно не расстраиваться нам, да, не переживать. Для переживания нет причин. Надежда, какие изменения у нас в сфере визажа? Сейчас некоторые косметические бренды недоступны к заказу. Но хочу отметить, что у нас российских брендов тоже много. Один из моих любимых – это Romanov Makeup. Когда-то очень давно мы с ней вместе работали на неделе моды. Я такая умничка за такое время, столько топовых продуктов выпустила. Очень люблю ее. И также... А вот Наталья Шик, у нее тоже косметик своя. Да, все верно. У Наташи, например, вот гель для бровей чудесный. Очень мне нравится. Сейчас вам его покажу. То есть у нас тоже альтернатива есть? Да. Вот он. Это любимый продукт. Да, это любимый продукт. У Наташи на самом деле очень много любимых продуктов, в том числе и кисти. Кисти обожаю. Да. Так, а еще вот по ценам. Подорожали цены? По ценам, да, небольшое повышение есть, действительно. Но сейчас стоимость, ну, по крайней мере, по мейкапу мы держим, то есть не повышаем. Угу. Вот, посмотрим, на какое время позволит. А вот, например, начинающие визажисты, что будем собрать сейчас свой первый кейс, да, тоже поднялись? Да, все верно. Так же, как и производители одежды, на 33%. Угу. Хорошо. Кристина, расскажите, давайте нам про тренды лета. Как обычно, я подготовила комплекты, примеры, чтобы вам визуализировать все, что я буду говорить. Давайте начнем с первого. Как вы думаете, какой это будет тренд? Платье-рубашки. Цвет? А, цвет лаванды. Да. Ну, он давно с нами, но вот в этом, именно в 22-м году, он будет на пике популярности, и у него есть особое название, это Very Perry. Угу. Это благородный лавандовый. На подиумах было очень много представлено работ в этом цвете, благородный лавандовый. Второй тренд – это гиперобъем. Я вот взяла в качестве примера блузку с объемными рукавами. Это может быть либо гиперобъем, то есть какие-то увеличенная линия плеча, да, плечи, либо какой-то декор активный на плечах.
интересная фишка, можно по-разному ее застилизовать. Но я бы, например, как-то уравновесила, успокоила немножко, если мы говорим об этой блузке. Я бы надела, например, черные с высокой посадкой брюки клеш сюда. Немножко успокоить и по объемам компенсировать. То есть сверху у нас много объема, а снизу будет мало объема. Так, следующий тренд. Это 2000-е. Вернулись. Мои любимые цвета. Да, цвет один из трендовых. Я буду позже говорить про цвета. Вернулось все направление 2000-х. То есть мы можем взять из этой эпохи все, что нравится, начиная от микро-мини-платьев и заканчивая низкими посадками, у кого фигура позволяет. Но я рекомендую очень аккуратно и осторожно использовать этот тренд. Например, в коллекциях Miu Miu были такие юбки, плиссе, они и мини, и еще с низкой посадкой, то есть смотрелись как поясочек. Вот с такими юбочками нужно быть очень аккуратными, и они не носибельные в жизни, так скажем. А вот такие мини-платья вполне себе, я бы, например, добавила сверху вот такой вот свободный прямого кроя пиджак, и было бы и удобно, и уместно повседневной носке. Затем, что это может быть из 2000-х, это могут быть какие-то аксессуары, например, блестящие сумки-багеты. Например, это могут быть какие-то вот такие принтованные либо топы, либо брюки. Вот смотрите, здесь брюки клёш, принтованные, даже немножко 70-е нам напоминают. Сверху я предлагаю дополнить образ вот таким вот поло, укороченным. Расскажу сразу вам интересную стилистическую фишечку, как мы собираем образ. Мы берем, например, какую-то принтованную вещь, здесь уже заложено несколько цветов, и выбираем один из и дублируем в образе. То есть мы взяли, продублировали оранжевый в виде пола и взяли, продублировали вот такой вот сложный оттенок, лаванда с синим смешанный. Вот здесь вот встречается он в принте. Мы продублировали его в виде сумочки. А обувь я предлагаю что-то на массивном каком-то каблуке, на платформе, что-то такое тоже с намеком на 70-е, но это чистые 2000-е. Можно вспомнить Кристину Агилеру, Бритни Спирс тех времен и вдохновиться, если вам. А сколько можно вообще чередовать вот таких цветов, чтобы не переборщить? Вот да, уже три цвета у нас здесь есть. Нет никаких. Это устаревшее понятие о том, что вот максимум три цвета. Мы можем взять хоть 10 цветов, если они связаны между собой, если что-то их объединяет. Либо температура, либо насыщенность, либо принт. Здесь вот у нас несколько цветов в принте заложено. То есть мы можем еще взять коричневый, молочный, розовый. И все это смотреться будет гармоничным. Так, что-то еще хотела сказать про 2000-е. Ну, давайте к следующему перейдем. Следующий тренд — это корсеты. Вот я взяла такой топ-корсет. Предлагаю его стилизовать на контрасте с чем-то более спокойным, кажуальным. Например, с джинсами широкими, свободными, и также с каким-то свободным пиджаком сверху. И последний тренд – это брюки карго. Вот такие брюки с карманами. Карго вообще это из стиля милитари, то есть раньше военные носили такие брюки. Сейчас они могут быть разных ярких расцветок, из любой ткани выполненные, от эко-кожи до вот такого вот нейлона. В 2000-х я точно помню, что у меня точно такие же карманы, да. Точно такие же, даже вот эти же все. Снизу тут резиночка, это джоггеры. И с накладными карманами по бокам. И вот как раз я хочу предложить застилизовать эти брюки карго совместно с топом. Вот так. И сверху я бы добавила укороченный жакет, тоже темный, чтобы немножко нейтрализовать по цвету вот эти вот яркие брюки. В общем, нужно почистить свой гардероб, достать, да? Что вдруг у нас уже где-то в закромах? Да, мода циклична. Вот сейчас вернулись практически все десятилетия в моду, начиная заодно от 50-х. Да. Но немножко, конечно, видоизменяется. То, что возвращается к нам, оно немножко не в первозданном виде уже. Нужно смотреть аккуратно. Но я думаю, что у вас не будет с этим проблем. Спасибо. Надежда, расскажите, какие тенденции в макияже у нас? Да, с удовольствием. Сегодня мы говорим о летнем макияже, верно? Летний макияж отличается от зимнего своей легкостью и тем, что солнечная погода, соответственно, мы одеваем, помимо там легких топов, одеваем на себя UV-фильтры для того, чтобы защититься от солнышка.
поэтому мы берем основы, то есть основу базы под макияж с фильтрами, или берем, например, тональная основа или BB-крем, уже тоже с включенным фильтром. Mm-hmm. Также можно обходиться абсолютно просто фильтром без тональной основы, это прям, пожалуйста, легко. И можно не наносить ее на лето, потому что легкость макияжа — это главное. Но легкость подразумевает под собой и нюдовость макияжа, нюдовость в моде, хайлайтеры, шиммеры, легкие текстуры, сияющие тени и румяна. Румяна — это отдельный тренд на этот год, и в том числе на лето. То есть вспоминаем, берем все румяна и наносим вместо скульпторов, которые сейчас уже не такие трендовые. Вот. Значит, еще что порекомендуем. Можно я про румяна вставлю свои две копейки? Вообще, когда пошла вот эта тенденция наносить, раньше как у нас принято? Улыбаемся и на щечки, на яблочки. Сейчас же у нас румяна наносим чуть ли не на ту зону, где был у нас хайлайтер, вот сюда. И вы знаете, я сразу же, как только вот это увидела, я вспоминаю маму свою, когда она красилась, у нее была вот такая... Значит, коробочка круглая, там ваточка лежала, она брала эту ваточку и прям вот по верхней части скул вот так раз-раз проводила и все. Потом, когда мы перешли на яблочки щек, я помню еще как раз разговаривала с ней, что вот как раньше вот вы наносили, а сейчас вот румяна сюда. И вот прошло буквально 10 лет, и когда я столкнулась с тем, что сейчас румяна принято наносить уже опять вот сюда, наверх, это вот просто какой-то возврат снова в детство. Я снова вспомнила себя вот такой маленькой, и как у меня мама наносила эти румяна. Это что-то очень интересное. Да, и на подиумах, и целебрити сейчас тоже наносят их, вплоть до линии скул. То есть там, где мы ранее клали скульптор, то есть они достаточно широко кладут их. Вот, соответственно, поддержим такой же помадой или легонько можно коснуться зоны века. И еще один тренд, который мне очень нравится, это золото и серебро, металлические тени. Они супер блестят, их можно использовать отдельно с подводкой. И этого уже достаточно, чтобы быть нарядной, например, если выходишь куда-то на вечер. Вот. Ну, соответственно, серебро мы используем для холодного цвета типа девушек, а золото для теплого цвета типа девушек. И еще хочу отметить глубокий зеленый и такой зелено-синий оттенок, который сейчас тоже набирает моду. И также вот такой, да, прям глубокий. Его можно сочетать, например, с глубокими тенями. И также, если вы на вечер идете, можно одеть, например, красную помаду. Будет уже такая, это контрастно очень. Вот. Что касательно помады, вот коли мы заговорили о красных помадах, начиная от темного оттенка помады, заканчивая прямо красным, все в моде, в тренде. И вспоминая также тему готики, сейчас она уже отошла, но все-таки темные помады остались, темно-коричневые, черные, и если черный уже надоел, можно темный такой бордовый использовать для того, чтобы образ усложнить, например, если вам нужно усилить образ на вечер к стрелке, то, соответственно, используйте темную помаду. Вот. И последний тренд, который отличается от всех лет, которые я помню, это яркие цвета. Нам не хватает сейчас эмоций, поэтому мы, глядя на Лу, улыбаемся, потому что она представляет этот тренд сегодня. Мы используем максимально яркие оттенки для того, чтобы, ну, как бы вернуть какие-то краски жизни, радость. Вот. И для этого мы можем использовать подводки. Делает цветные стрелки. Видно было, можно, да, Надежда, да? Использовать. Да? Смотрите, какие они яркие, какая прелесть. Также можем использовать, как отдельно поговорить про цвет фуксия. Мой любимый. Да, вот нам тоже можно использовать к зеленому. Отлично. Так, и, соответственно, мы можем использовать тени. Например, как это можно все замиксовать? Мы можем, например, сделать смоки и сделать, ну, какой-то цветной
акцент. Можем отдельно накрасить губы с нюдовым макияжем или вывести цветную стрелку. То есть, а можем сделать все вместе, но нужно будет одеть все штаны, которые... Надежда, вот меня брови интересуют. Брови у нас ничего там не изменилось? Также вот эти пушистики, расчесанные бровки делают кверху или что-то? Натуральные, спокойные, расчесанные. А графичные брови мы используем в случае четких стрелок или, например, вот изумрудных теней. То есть тогда четкая бровь будет очень актуальна. Вот еще насчет румян. По-моему, персик у нас как-то отходил на задний план, а сейчас как с ним? Сейчас не заявлены цвета, но знаем, что трендовый цвет у нас фуксия идет, приглушенный красный. Но те, кто теплого цвета тип, конечно, коралл, он идеальный. Так, а у нас вот там цветные карандаши красивые. Это тоже у нас все сейчас подводочка. Да, смотрите, толстые стрелки в моде, толстые, тонкие стрелки. Для этого можно использовать вот такого рода карандаши и делать это достаточно широко и мягко кисточкой расшивать. Я вот в последнее время ленюсь делать стрелки, но зато мне очень нравится вот водную линию каким-то оттенком делать. Это актуально? Можно использовать один или несколько цветов. Сейчас доступно множество цветов. Мы можем и один, и второй, и третий карандаш использовать в одном макияже. Кристина, расскажите нам теперь про тренды в аксессуарах. Хорошо, расскажу обязательно. Я принесла с собой примеры, чтобы вам проиллюстрировать. Платформа – самый явный тренд 2022 года. Начнем с обуви, да? Обувь на платформе. То есть какая она может быть? Это может быть литая такая кокетка. Это может быть отдельный каблук и подмысочная часть на платформе. В общем, чем ярче, чем акцентнее, тем лучше. Это может быть какая-то принтованная обувь. Либо интересная по фактуре. Какая-то атласная, например, представили, да? Такие на высоком каблуке, босоножки с ремешком на щиколотке, яркие, какого-то цвета фуксии, например. А что это еще? Это спортивная обувь, это высокие кеды, это высокие кроссовки в баскетбольном стиле, в волейбольном стиле. То есть возвращается тоже ретро-эстетика 80-е, 90-е. Можете вспомнить фильмы типа «Электроника», вот какая там была обувь. Также обувь на шнуровке. Я вот сегодня пришла в ботильонах на шнуровке. Это может быть как по ноге шнуровка, то есть какие-то открытые босоножки или эспадрильи. И может быть шнуровка прямо на обуви в виде шнурков. Это агли сандалии. Мы их называли еще дедушкиными сандалиями. То есть такие грубые, полуспортивные, массивные. И как раз на контрасте мы их стилизуем с чем-то женственным. То есть это такая альтернатива ботинкам на грубой подошве, то есть летний вариант вот этих ботинок. Также их носим с летящими платьями. Следующее — это мюли с острым мысом. То есть если в прошлом сезоне это был с квадратичный мыс, то в этом сезоне он острый. Это могут быть мюли с открытой пяткой, либо слингбеки с ремешочком на пяточке. Давайте перейдем к сумкам. Вот первый тренд на сумки — это сумки-мешки, сумки-ведра еще их называют. Вот мне такой вот цилиндрической формы, да. Были представлены они в показах Шанель, Версаче. Второй тренд — это сумки-цилиндры, то есть это то же самое, но перевернуты вот так. Вытянутые сумочки на коротком ремешке, мы их под мышкой носим. Следующие — это оверсайз сумки, такие очень объемные, куда поместится вся жизнь. Такая альтернатива шоперам, всем привычным, прямоугольным шоперам. Это может быть форма полумесяца, хоба, тоже один из трендов. Сумки хоба, они могут быть маленькими, а могут быть вот такими большими оверсайз. И прямоугольные, минималистичными. Вот кто хочет сделать правильную инвестицию в свой гардероб, то можно купить вот такую минималистичную прямоугольную небольшую сумочку, и она долгое время будет актуальна и служить вам верой и правдой. И про украшения немножко скажу. Первое – это кольца, серьги-кольца. Вот принесла тут два варианта. Они могут быть тонкими и большими, могут быть маленькими и толстыми. Видно, да, такие они здесь крученые. То есть на ваш вкус, и всегда мы отталкиваемся от внешности, то есть от природных черт. Особенно то, что касается портретной зоны, все, что окружает наше лицо. Например, если у вас заостренные черты лица, то лучше использовать в портретной зоне какие-то острые углы. Это могут быть английский лацкан пиджака, может быть воротничок рубашечный.
Может быть, V-образный вырез, каре-образный вырез. И то же самое касается украшений. То есть какие-то угловатые, заостренные украшения. Сегодня на мне кругленькое. Так. И прически тоже касается. То есть у кого заостренные черты лица, им хорошо графичная, лаконичная какая-то стрижка, возможно, челка на бок. Следующий тренд – это браслеты. Браслеты на предплечье. Много браслетов. Могут быть браслеты на обеих руках, и не по одному, а вот прям сеты из браслетов, так скажем. Они такие читабельные, издалека акцентные. Затем это могут быть акцентные чокеры. То есть если раньше, в году в 2014-м, чокеры были ниточкой, ленточкой еще такой, помните, бархатные чокеры мы носили, то сейчас это акцентные, довольно-таки широкие, с какими-то еще декоративными элементами свисающими. Их хорошо как раз стилизовать с пиджаками, комбинируя, с рубашками с какими-то, да, с открытой зоной шеи, декольте. И последний скажу вот про сеты. Про сеты из колец. Вот, например, я уже говорила, что вернулась в моду эпоха 2000-х, и как раз вот это оттуда. Я принесла здесь на шею цепочку, и здесь такие как мармеладные мишки. Разноцветные они бывают, то есть вот такой инфантилизм, он вернулся вместе с эпохой 2000-х. И сеты из колец, они могут быть разных цветов, из разного материала, могут быть металлические, могут быть вот такие пластиковые, как я принесла, пошире, потоньше, надеваем все сразу, все лучшее сразу, как говорится. Да, и вот как раз с яркими комплектами, которые я уже показывала, брюки, топы, все это классно сочетается, и вот серьги у меня тут еще есть. Как пример, тоже мишки. Наверное, можно понять, что у нас модные оттенки, это вот как раз что сейчас вот представлено в аксессуарах, уже даже видно, да? Да, вот все оттенки. Что в одежде было, это все как раз у нас все актуально. Нежно-голубой, да? Нежно-розовый, яркий, если оттенки, то это фуксия, это алый, желтый, вот он даже интересно называется, нарцисс, яркий, солнечный желтый, как я показывала, брюки карбон. Супер. То есть такие именно вот летние, летние сочные, яркие. Как Надежда уже сказала, нам не хватает позитивных эмоций, нам не хватает эндорфинов. Поэтому окружаем себя яркими красками. Да, и мы всячески извне пытаемся восполнить вот эту вот нехватку. Угу. Надежда, расскажите про антитренды в макияже. С удовольствием. То, что раньше было модно, оно потихонечку уходит. И один из трендов, который очень долго держался, это скульптурирование лица. То есть скульптурирование лица активное сейчас, оно не в моде. Остальные тренды, ну, как бы, как вы видите, в большинстве своем сохранились. Смоки в моде, стрелки в моде, широкие стрелки в моде. Но таких явных антитрендов больше нет. Сияние сначала было более активное, сейчас в кожу и матовая кожа тоже входит, поэтому это тоже не антитренд. То есть антитренд — вот скульптурирование, остальные тренды носим. А вот как тренд на натуральность и как раз антитренд, когда мы привыкли наносить тональную основу на все лицо, то сейчас девушки вот почему-то советуют локально, вот буквально если есть у тебя синячки, чуть-чуть там консилера на это место, то есть не нужно замаскировывать все лицо. Лето — это такой сезон, когда ты хочешь, чтобы кожа дышала, поэтому покрытия более легкие, а вечером можно себе позволить больше, если нужно. Угу, спасибо. Кристина, антитренды в одежде, в аксессуарах. Антитренды. Ну что, прям совсем нельзя. Вот опять вернемся, как я обычно, да, говорю, на разбор гардероба. То, что встречается, вот об этом скажу. Очень любят девочки на лето покупать себе кеды перфорированные. Вот белые базовые кеды с перфорацией. Выглядит это, мягко скажем, не очень. Дырочки. Ага, просто дырочки, это кожа, эко-кожа, белые кеды из эко-кожи, и они все в мелкие отверстия, круглые, там, ромбовидные, не суть. Ну просто в целом это выглядит не очень, я это называю тетка-стайл. Вот бабулям комфортно, когда обувь дышит, вы представили, да, они обычно тоже лоферы такие, мокасины носят. Вот, и часто встречаются кеды перфорированные. Вот, девочки, не берите эти кеды, возьмите лучше, если проблемы у вас там с летней обувью, да, хочется, чтобы она была максимально дышащей, возьмите текстильные кеды. Не кожаные, а текстильные. Либо что-то открытое из падрильи, сандалии, дедушки на сандалии, почему нет. Так, затем юбочки по коленочку. До сих пор я встречаю, потому что продаются. Вот мне девочки говорят, ну продается же.
Я говорю, ну пока будет продаваться, точнее, пока мы будем это покупать, это будет продаваться. Давайте перестанем. А какие нам вместе. Юбки нужно? Мини, либо миди? Либо мини, да, максим. Мини должно быть трапециевидной, сейчас свободный крой, высокая посадка. То есть в облипочку нельзя мини, как раньше? В облипочку мини 2000 же возвращается. Окей, платье пусть будет тогда. Это просто очень опасная тема, если мы купим юбку мини. Дай бог, чтобы получилась стилизация 2000-х. Но не опасно. Лучше пусть будет платье тогда. В обтяжку, вот как я розовенькая показывала, здесь корсетная часть тоже, как вот у черного топа, у него чашечки оформлены. Юбочки по колено, и вот они бывают, знаете, крой тюльпан. Тут вот задрапированные жесткие складки отстроченные, и такие на сужение, вот такие тоже, девочки, не берем. И если есть, избавляемся от них. Затем короткие тренчи, вот пока еще лето не наступило, поговорим про тренчи. Тренчи должны быть длиной ниже колена и ниже, то есть до середины икры, чтобы перекрыло любое платье, любую юбку по длине, чтобы не видно было снизу у нас юбку. И фатиновые юбки. Вот любят девочки фатиновые юбки, сразу я представляю себя принцессами. Но нет, не носим мы их уже давно. Это все осталось в прошлом десятилетии. Вот все, о чем я сейчас сказала. И балетки, балетки мягкие, такие с круглым мысом. На резинке они еще бывали вот раньше. Много тоже мы такие носили, долго носили. Я понимаю, что привыкли десятилетиями, носили одно, и сложно перестроиться. Но это нужно. Потому что устаревшая одежда, она что? Она добавляет нам возраста лет 8-10. И неправильное впечатление создает о нас для окружающих людей. Спасибо большое вам, девочки. Надеюсь, этот эфир был очень для вас интересным, полезным. Будьте модными, невзирая на санкции. И, конечно же, оставайтесь всегда красивыми, счастливыми. А мы с вами увидимся в следующей передаче о мелочах из жизни на Ульяновской правде. Пока-пока и до новых встреч.